Эй, киномеханик, ну сколько можно? Нам репетировать пора. Ребят, начинайте. Ребят! Что, Даша? Ребят, ну все, заканчивайте. Освобождайте сцену. Через час торжественное заседание по итогам года. Будем грамоты вручать. Ну что, ребят, Катюш, припева. Сделаешь мне папочку? Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется. Даш, груз. Даша, а подписи-то где? Подписи где? Я у секретаря парткома забыла подписать. А, сейчас. Мой адрес и дом, и не улица, мой адрес Советский Союз. Срочно увидеться нам. Мои адреса телефонные разбросаны по городам. Здрасте. Ух, хорош. Здрасте. С Новым годом, Снегурочка. И вас тоже. Вот так и сказано. Вместо успехов постоянные срывы. Мой адрес и дом, и не улица. Мой адрес Советский Союз. Читал статью-то. Ну, давай. Смотри, что пишет. Причислен, как отстаю. Ну, что, все получится. Ну, читай. После смены вместе с бригадой. Ты понял? Ну, мешай. Да. С наступающим. Здрасте, вас тоже с Новым годом. Даша, привет. Здрасте. Дашка, ослепла, что ли? Летишь, как ракета, ну. Станешь с вами ракетой. Одни растяпы кругом. Привет. Вот, скоро елка в цеху, грамоты вручать надо. А я их у секретаря паркома не подписала. Вот и лечу, как ракета. Держи. Ты статью Назарбаева читала? Съела? Еще не успела, знаю. Весь Темиртау с утра шумит. Я как раз к нему и бегу. А что, Снегурочка, да? Это школа все должна была быть. Ей ребенка негде оставить. Здрасте, дядя Зин. Здравствуй, Даша. Привет, Даша. Здрасте. И вас тоже.